В микрорайоне Чкаловский также не забывают традиций. Проводы масленицы отметили традиционными для праздника забавами. Киданием валенка, поеданием блинов и даже катанием на снегоходе. Спортивная площадка около 11-й школы уже давно является традиционным местом сбора для масленичных гуляний. Но несколько лет праздник здесь не проводился из-за отсутствия спонсоров. В этом году все иначе. Благодаря помощи местного депутата многие ребята смогли хорошо повеселиться и ближе познакомиться с традициями древнего праздника. Это наша школа, которая заканчивала в 2004 году. И этот праздник мы проводим благодаря нашим учителям, потому что здесь активные учителя, нам очень сильно помогают. И ребятам приятно, и педагогам, и собирается весь гарнизон. И это такое веселое мероприятие, которое живет благодаря тому, что вот появился у нас такой прекрасный человек, который помнит наши традиции и попробовал, и помог нам, вернее, возродить масленичную эту неделю. По традиции не обошлось и без главного праздничного конкурса – масленичного столба. Попробовать дотянуться до подарка смогли все желающие. Тем не менее, блеснуть пришлось не только силой, но и грацией. Для того, чтобы туда залезть, нужно исполнить танец в народном стиле. Вот под ту музыку, которая звучит. Давайте вам аплодисментами поддержим Тайла. Вот молодец, красава! Вот так молодец! Вот хорошо! Те, кто смог добраться до вершины, получили ценные подарки – пылесос, микроволновую печь и даже музыкальный центр. Ну и, конечно, какой же праздник без танцев? Ученики школы подготовили для гостей праздника танцевальный флешмоб, и те с радостью присоединились к ребятам.